Вот мы возвращаемся с купания. Купалки. Покупались, отдохнули. А теперь идем в гостиничный номер. Вот здесь турникет, ездить нельзя. Вот проходить. Здесь для маленьких, а здесь чуть-чуть для больших. Вот. А массажные дорожки. Потом... Велики стоят. Мод, да, вот здесь дорожки. Можно босиком ходить, ноги массажировать. Тут камешки наклеены здесь. Люди ходят. И вот тебе бесплатный массаж. Вот видим, тоже пансионат. Так, вдоль проволока натянута. Там эмблемка. Четыре слоя, смотри. И вот здесь нарисовано, что под напряжением. Вот бабушки сидят. Отдыхают старенькие. Нихао. Вот фонарики красивые. Звук слышите? Это цикады. Песенки поют. Это не циркулярка. Да, это не циркулярная пила. Это большие-большие мухи. Какие у него там кукурузы? Мне опять сорт какой-нибудь продает, который мы не понимаем. Вот мотовелик стоит, моторикша. Что у него там есть? Она вареная, да? Наверное, вкусная? Хочешь кукурузки? Да. Сейчас спросим. Мы тоже денежки достанем сейчас. Тут у меня есть потайной карманчик. Еще все любят, все считают. Сколько стоит? Игорь, юань. Чего? А тогда сколько? Два юаня, да? Алянга. Алянга, давай. Вот даю им вот такую бумажечку. Сдачи давай. Я купил, вот они. Все, мы взяли сдачу, идем. Лариса отказалась от третьей. Эх, не бизнесмен, что ты. А что? Он тебе на 5 юаней 3 штуки давал. А ты мне не сказал. Да, то есть скидка была бы тебе. Ну, пришлось бы кушать. Пойдем мы это, кефиру попьем. Ты в пакетик сложи. Вот, пришли мы в наш магазинчик, который расположен по пути, как идти на пляж. Вот тут находится кефирчик, и мы сейчас его идем там. Наведем, купим. Вот оно, хороший кефирчик. Ага.
Да. Чего? Да, лянга. На, подержи-ка. Направо. Здесь. Четыре, да? Четыре. Потом мороженое. Все, мы купили. А ты не взял? А что, мороженое сейчас будем есть? А я думал, ты кукурузу будешь. А, скамеечку. А вон оно. Вон под ту скамеечку. Угу. Что видим там? Красоту. Красоту. Ты можешь на скамеечке даже полежать. Да, вот мы купили два кефирчика. Очень вкусно, очень сладко. Мы вам рекомендуем. Снежок. Да. Ну все, сейчас мы будем утолять жажду холодным кефиром. Вот таким.